Друзья, всем привет. По многочисленным просьбам хочу показать, как на американском автомобиле, да, в частности, это Volkswagen Jetta 2017 года, американец, как перевести мили, грубо говоря, в километры, фаренгейты в Цельсия, ну и, грубо говоря, 24-часовой пояс сделать, да, то есть можно это все сделать с помощью телефона, то есть это время, вот сейчас покажу в пути, то, что у меня перевелось, мили в километры, обычный пробег, да, то есть основной 49 тысяч, это сейчас мгновенный расход показывает, литры, грубо говоря, в час, машина заведена, работает, показывает, так, смотрим, ну, то есть у меня здесь панелька, как мы видим, да, приборка у меня МФА, то есть не МФА плюс, у МФА плюс больше возможностей, можно сразу все перевести непосредственно с компьютера, не надо ничего мастерить, ну и у них дополнительно здесь выведена стрелка количество топлива в баке и температура, у нас здесь нет. Температуру у меня здесь вообще не показывают, а бак показывают как бы в цифровом варианте. Так, это у нас средний расход показывает. Тот, что был, два варианта. То есть, видимо, это тоже уже получается километры, литры на 100 километров идет. Единственное, что да, когда было с милями, показывал значок, там мили на галлон. Сейчас просто здесь не стоит, просто литры на километры, это сколько топлива до заправки 100 километров, это пустое место в баке активировал, то есть сейчас я покажу, как это все сделать. 35 литров, то есть бак у нас 50 литров, вот грубо говоря, литров 15 у меня есть сейчас в баке, много не вожу с собой, потому что езжу на газу. Потом дополнительно, кому интересно будет, расскажу. Двигатель у меня 1.4 TSI CZTA, то есть свободно на него ставится ГБО, без вопросов можно ездить. Так, это у нас пройденный маршрут. А не, это средняя, да, это пройденное у нас количество километров. Все оно обнуляется, можно обнулить. Так, здесь у нас будет мгновенный расход, когда мы будем, или средняя скорость, честно говоря, не помню уже. Так, единственное, да, вот сразу скорость, когда показывает, она не перевелась, вот именно единственный параметр, который будет показывать нам в милях, то есть стоит мили на час, видим, да, а так, в принципе, все у нас переводится. Единственное, еще круиз, когда включается, то есть стоит мили час, но на самом деле будет скорость показывать в километрах. Ну, не знаю, как оно так это. Я так понял, видать, мексиканцы что-то намудрили. Ну, в принципе, этого достаточно. Все работает. И вопросов нет. У меня как бы дискомфорта никакого уже нет. То есть мне главное, чтобы был там суточный пробег. Средний расход показывало нормально. Литры на километры, а не галлоны там на мили. Которые геморройно сидеть считать. Так, что нам понадобится для этого? То есть достаточно нам смартфон, либо на андроиде, либо на iPhone, там iOS, да, система. Обычный 5-долларовый адаптер с AliExpress. То есть кому интересно. Но я его покупал давно, если есть ссылка, там действует. Ну, то есть вы можете посмотреть. То есть у меня версия это 1.5. 2.0 тоже работает, но с перебоями, прерывистами. Тут здесь, то есть проще. У меня обычный здесь Bluetooth адаптер. Без Wi-Fi, насколько я знаю, с Wi-Fi там свои какие-то есть приколы. Ну, я не заморачивался, нет смысла переплачивать, вы же не будете стоять от машины за 50 метров и тут что-то настраивать. Wi-Fi нет смысла брать. То есть достаточно Bluetooth, все равно ты сидишь в автомобиле и что-то здесь клацаешь. То есть он с кнопочкой, и удобно выкол, там его вытащил, ну, он у меня там все равно не стоит. Так, значит, втыкаем его в ОБД разъем. Вообще, как бы, можно его на, желательно на выключенном автомобиле, но я вам покажу, потому что я изменений никаких не буду делать.
покажу просто, как он положено его сделать. То есть включаем в ОБД разъем, его втыкаем, потом включаем зажигание. Кстати, тест стрелок тоже активировал этой маленькой приблудой. Так, я у себя заведу, потому что на улице как бы 5 градусов. Зима у нас, январь месяц, как видите, снега на улице нет и не пахнет. Так, значит, включили мы разъем ОБД, включили зажигание, да, грубо говоря, у нас. Так, теперь берем смартфон. Так, смартфон берем. Так, разблокируйся. Так, значит, у меня уже сразу программка здесь установлена. Программка это у нас будет Каристо. Обычная Каристо, ссылочку добавлю, она денег немного стоит. Кто-то качает бесплатный, то есть там и триал версии, и пробные, то есть, ну, без вопросов. Так, у меня просит обновиться, не будем обновлять, нет у нас сейчас времени. Включаем просто Bluetooth. Так, оно. Так, включаем. Забыл кнопочку включить на своем Bluetooth. Так, включил Bluetooth. Так, значит, такой у нас сразу вариант идет. Сейчас я скажу единственное, какая у меня версия Каристо. Так, версия у моей прибудки 3.8 бета 21. Она обновляется там постоянно, то есть мне как бы достаточно этой. У меня автомобиль 2017 года, может, у кого-то будет новее, то тем, возможно, есть какие-то функции там добавятся. Мне здесь как бы достаточно с головой. Так, есть у нас диагностика, показывает ошибки. Ну, это у нас отдельная история. Нам нужен, также здесь можно сбросить, сброс сервиса идет. Ну, возьмем настройку. Так, он вот так у нас подключается к автомобилю. То есть, когда он во время подключения, он обращается к многим блокам. Видим, да, ABS замигал. Это нормальное явление. Это, ну, без вопросов. Он просто коннектится сейчас через ОБД разъем к разным блокам автомобиля. Так же самое, магнитола у нас включается сама. Сейчас мы видим, да, вот сейчас 10%. То есть процедура, ну, не совсем быстро, да, там может минуту, полторы. Это нормальное явление. То есть он, видим, да, сейчас проверка автомобиля, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, ждем, пока он подключится. То есть такой момент, там, грубо говоря, можно и через шнурок сделать, у кого есть вах-кабель, ноутбук. Ну, я думаю, это не у всех есть вах-кабель, есть программки эти, там, грубо говоря, ВСДС, Вася Диагност. Через них тоже есть, ну, вот видим, магнитола у нас сама включилась. Сейчас он ее там прочитает, все, и она потухла у нас. Все, то есть мы законнектились, такая менюшка получается. Здесь самой программки Каристо. Так, значит, что тут есть? Двери, окна, пульт. Ну, нам не интересно, да, сейчас мы там, грубо говоря, у нас другая цель преследуем. То есть быстро покажу меню, что там можно настраивать, много вариантов. Кому будет интересно, если что, там пишите, расскажу, что куда. Так, нас интересует, значит, мы заходим инструменты, дисплей, звуки. Выбрали, да? Опять оно обновить, но не буду я тебя обновлять. Значит, смотрите, как это все делается. Есть у нас вот сразу уже здесь варианты. Регион комбинации, да, там выбрать язык приборной панели, русский, Европа, Цельсия. Когда вы так сделаете просто, оно ничего, грубо говоря, не переведется. Я сам сначала расстроился был, но потом пошурсил форумы, люди уже это давно все проходили, это не я придумал, то есть это так же самое я нашел в интернете, все прочитал, посмотрел, ну, как бы делюсь с вами уже. Получается, нам нужно для вот этих всех манипуляций желательно скинуть клемму,
отсоединить минут на 20, на 30, можно на час даже. Я как-то там скинул ее, грубо говоря, пошел там попил кофе, перекусил, вернулся, надеваем клемму, вставляем адаптер в ОБД, включаем зажигание, и тогда уже, грубо говоря, когда мы подключились уже к нашей программке, выбираем здесь, грубо говоря, у нас стояла там Америка, выбираем Европа и другие. Ну, и я на Германию тоже выбирал, ставится уже нормальные, как бы, километры, да, все параметры становятся Цельсия, ну, то есть и Германия, та же Европа. Тут, ну, кто-то хочет, не пробовал Саудовская Аравия, Япония, что он будет нам показывать. То есть обычные у нас метрические параметры все были изменились. Все, и после того, как, грубо говоря, мы выбрали Европу, нажимаем сохранить. И все, вуаля, оно потом... Вот здесь можно уже параметры не тыкать, грубо говоря. Язык приборной панели, потому что она, у меня все равно русского там ничего нету. Это если уже у вас приборная панель будет MFA+, там у вас будет уже русский язык и все такое. Формат отображения пробега километры, отображение скорости километры час, формат отображения давления, литры, 24, как мы видим, да. А единственное, еще вот включите функцию на функциональный дисплей. То есть у меня она была изначально отключена, я ее включил. Видим, сейчас она уже включена у меня, да, показываю. Так, что у нас еще здесь? Проверка приборов, ага, вот проверка панели приборов, тест стрелок. То есть это вот так же самое, здесь включаем этот тест стрелок непосредственно с телефона. Выбрали да, нажали сохранить, и все, процедура прошла у нас. Здесь я себе сделал количество миганий поворотника, да, когда там при перестроении. То есть нам не надо его до щелчка включать, просто нажали на него легенько, и он у нас уже три вспышки мигает. То есть удобно, не надо потом включать, отключать. Ну вот, как бы и все. Нажали сохранить, все оно у нас переведется. И многие люди пишут, что у них после повторного сброса клемм, допустим, сняли клеммы и опять повесили, у них слетают эти параметры. У меня, я уже 3 года езжу, то есть уже раза 3 там снимал аккумулятор на зарядку, то есть вопросов никаких нет, не слетает. Хоть на сутки ты снимаешь аккумулятор, хоть на 10 минут, у меня все эти параметры сохранены, и никуда оно не уходит. Я, скорее всего, подозреваю, что это все зависит от прошивки уже самого блока ВСМ и от года автомобиля. То есть у меня 2017 года, видать, прошивка какая-то другая, то есть этот трабл уже убрали. То есть снял клемму, поставил, все осталось на место, Цельсий, там километры, литры, все отлично. То есть многие люди, я вот читал, но у них на дорестайлах, то есть это автомобили до 2015 года, там 12, 13, 14, у людей слетают эти настройки. Ну, я не вижу тут проблемы, если что, ее восстановить обратно. То есть клемму вы не снимаете каждый день, это там раз в год снять, чтобы зарядить аккумулятор, его обратно поставить, я думаю, это не проблема. В принципе, это проще, чем поехать к официалам, и официалы мне тоже там озвучили что-то, говорят, да, ну оставляю автомобиль, $100 мы с тебя снимем там, все такое, ну я образно утрирую, ну все равно это лишний головняк. Они нехотя это все делают, тем более их вообще раздражает официалов, в принципе, когда ты приезжаешь на американском автомобиле, для них это, ну типа ты вообще тут нищеброд, купил себе американский автомобиль, а у нас официальный в салоне стоит, и ты его не покупаешь, и приехал к нам чиниться. Ну, это уже дело такое личное, у кого насколько денег хватило, да. Можно купить официальную версию, там, Volkswagen, можно купить, грубо говоря, в Америке, немножко там, как говорится, коцнутый, не страшно. Все дело, как говорится, уже на вкус и цвет товарищей нет. Ну все, значит, как вариант по программке Кариста все рассказал. Никаких больше функций. Ну, единственное, могу вам еще здесь показать. У них здесь есть вкладка другое. Так, что здесь интересное было? Усиление помощи в рулевом управлении. Выбрал себе средний, да? Потому что изначально он у меня был высокий. И как я уже в одном видео как-то рассказывал, что ну, руль очень легко крутится. То есть мне некомфортно. Мне проще, когда он более тяжелый. Когда ездишь на большой скорости, он, ну, более увесистый.
Ну, то есть тут уже на любителя. Высокий это он вообще, ну, чтобы вы понимали, его пальцем одним крутишь, что на месте, что в движении. Он в движении, конечно, должен немножко притупляться, но здесь нет. Я себе поставил средний вариант. Так, что здесь еще из плюшек интересного мне понравилось? Система удержания автомобиля при трогании, кстати, классная. На зиму я ее отключил, но сейчас толком зимы нету. Просто когда дорога заснежена, гололед. Я для себя еще для этого поставил отключение до ESP, когда пробуксовка идет. Когда в гололед, при трогании нужно, ну, когда в подъеме вы стоите и асфальт, грубо говоря, заснеженный или лед на покрытие идет, при трогании она будет пробуксовать, потому что, чтобы снять это удержание на подъеме, надо немножко добавить газа, ну, у нее такая функция, и тогда только она начинает трогаться. То есть на зиму я ее отключаю, летом работает все отлично, то есть очень удобно. На спуске стоишь где-то, отпустил, машина не откатывается, сжимал. Жена у меня в восторге, когда такая есть услуга. Так, усилия тормозов тоже можно изменить. Нормальный, высокий, я их тут, честно говоря, не клацал. Стоит нормально и все, меня тормоза устраивают более чем. У меня особо стиль езды не такой, не рысачу. По городу тут особо не разгуляешься. Так, компенсация крутящего момента. Также включил был эту функцию. Очень прикольно. Единственное, ну, расскажу, где я ее только ощущаю. Когда, грубо говоря, на трассе лед, точнее, на, ну, по центру, грубо говоря, по разделению, когда едешь, да, идет колейка, и такие мокрый снег лежит. То есть обычно ты в обычном режиме цепляешь каким-то колесом или левым, или правым, и тебя автоматически туда начинают затягивать в ту сторону. А с вот этой вот функцией ТСЦ, компенсация крутящего момента, автомобиль чувствует, что есть где-то препятствие на каком-то колесе, и она автоматически притормаживает в другую сторону, чтобы вас автомобиль не крутило. Ну, та же функция ESP фактически. Но здесь на руль ничего не отдает. То есть я въезжаю в кашу, буквально секунду чувствую, руль потянуло, и сразу его выровняло. То есть очень удобно, рекомендую. Так, что у нас здесь еще есть? Активировать подогрев зеркал при включении обогрева заднего стекла. Тоже удобно, чтобы вот здесь вот его не включать. Ну, сюда рубала. Здесь ключи. Так я здесь его включил, обогрев заднего стекла. И все, зеркала у меня уже сразу, как бы говорится, работают. То есть, ну, вот такой быстренький, как бы, обзорчик этой программы. То есть функций тут много. Предупредительный световой сигнал ТПМС. Это, грубо говоря, вот эта вот кнопочка SET. Типа датчик косвенный спущенных колес. Ну, все, народ, не буду вас, как говорится, долго отвлекать. Программка достойная, в принципе, можно ее купить. Не проблема, недорого. Можно скачать, там где-то ломанные есть, продаются. Ну, или триал-версию какую-то возьмите, попробуйте. Я думаю, вам достаточно это будет. Ну, все, кому было полезно, ставим лайк, ребята, подписываемся на канал. Всем удачи, спасибо за просмотр.